А знаете ли вы, что в 2013 году в Кыргызстане был принят закон об идентификации животных и утверждены правила идентификации животных? Идентификации подлежат все животные, которые содержатся и разводятся для коммерческих целей, находящиеся на территории Кыргызской республики. Идентификация животных будет способствовать снижению уровня распространения особо опасных болезней. Будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества с другими странами. Повысит пищевую безопасность. Снизит случаи скотократства. Решит проблемы контрабандного ввоза и вывоза животных. Идентификацию животных проводят органы местного самоуправления и физические или юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии. Внедрение системы идентификации животных окажет положительное влияние на доходы фермеров и внесет огромный вклад в развитие Кыргызстана. Животноводство в порядке, Кыргызстан в достатке.